Все, и вы видите, достаточно плотно пока спортсмены и напряженнейшая борьба за первую позицию. Аркадий Ужарков и Алексей Васильев на свой номер 2. А вот это могли бы разыграть эти две путевки между собой, если бы первые двое не были так быстры. Ну, а сегодня здесь и Аркадий Жарков, Алексей Васильев, нашу отечественную технику, но требуется еще поработать. Выигрывает Алексей Васильев, но Алексей Васильев крутит еще 3,8 секунды, выигрывает Евгений Брагин, более того, идет быстрее. И второй Кирилл, да? Да. А это значит, что Кирилл Ладыгин делает еще. Пока, похоже, красный автомобиль Владимира Теревани здесь в зоне действия желтых флагов обгонять все равно нельзя, да? Владимир Теревани такой, как пиратский адмирал, одноглазый Михаил Алешин на второй позиции. И 23-й стартовый номер Дмитрий Воронин на третьем месте. Борис Котылов четвертый. Вася, как его зовут, здесь он с нами. Еще один Алексей Дудукало, город Москва. Оба гонщика здесь и готовы схлестнуться, что называется, за победу. И вот сейчас первые участники приезжают. Ну, когда они выстроятся, я с удовольствием начну их представлять. Их сейчас расставят. Ну, а среди тех, кто побеждал в гонке звезд, это прежде всего Владислав Тыков. Здесь он записан у меня как московский гонщик, но Владислав родом из Ижевска. Еще одно легендарное наше гоночное место. Если у нас будет небольшая пауза, я с удовольствием расскажу вам про Владислава. А сейчас назову еще Виктора Казанкова, пилота. А далее, после шести заездов по сумме очков, мы узнаем, кто же сразится потом с нашими зарубежными суперпрофессионалами. Вот это да! Серьезненький какой отрывчик-то возник у нас у Кирилла Ладыгина. Пятый номер Владимир. Четырехлетней истории объявляю открытой! Эстрадонщики, заводите моторы! Уже заведены что-то. Итак, на прогревочный круг отправляется участник результатом. И это на трех кругах. Но Сергей Успенский будет возглавлять второй полуфинальный заезд. А рядом с Михаилом Митяевым поедет Кирилл Ладыгин. Стартовый номер 26. Затем Александр Сотников. У него, соответственно, пятое время. Седьмое время у Вячеслава Малеева, и это уже 3 минуты 20 776 секунды. При этом самый быстрый круг у Вячеслава Малеева 1.06 и 0.34. Дорожки, а российский флаг, честь праздника нашего Дня защитника Родины, говорит о том, что все готово, пошел обратный отсчет времени. Гаснут огни светофора и старт. Ну что ж, только судьи решат, был фальстарт или нет, но Кирилл Ладыгин, победитель гонки звезд. Второй вираж проходит сейчас лидер заезда и возглавил заезд Кирилл Ладыгин, город Екатеринбург, выступающий за победу. На второй позиции у нас с вами 21-й этапный номер Евгений Аксаков. Не уступает практически им Александр Сотников. Да, Кирилл Ладыгин, Аркадий Жарков, Владимир Теревань и Михаил Скрипников. Ладыгин, Евгений Аксаков. Так, теперь одноглазый слегка
Слегка он обновил автомобиль. Вот так, чтобы не ехать еще один лишний круг. Похоже, у него еще и правое переднее колесо немножко нет. Нет? Сейчас. А, задним ходом возвращается, чтобы не терять времени. Да. Нам вовсе не хочется, чтобы вы у нас мерзли. И вот смотрите, самым мудрым из всех оказался Танечка Елисеева. Стоит на стартовой прямой в ожидании, пока мужчина. В свой праздник. Правда, мужчина, конечно, имеет свой праздник. Особенно хорошо получилось за Череваня. Ну, а теперь ему дальше всех ехать. А, нет, Михаил Тягунов. Юный Михаил Тягунов. У нас есть уже тягуночные династии. Итак, праздничный флаг. Внимание на светофор. Газ отогни светофора. И Владимир Воронов, по-моему, он лучше всех принимает старт. Совершенно не по-джентльменски обгоняет Татьяну Елисееву. Виктор Казанков внутри теперь делает. Наш пилот из Орла, который просто обожает. И смотрите, нифига. Вот это да! Вот это заезд у нас с вами! Вот так. В азарте борьбы, конечно же. Вот и вот. Машину поставил лидера. В заезде заключительном из серии финальных заездов. Очень широко идет кто-то из пилотов. Цепляет внешнюю обочину и... Не один Тимур хочет выиграть, оказывается, эту путевку. Михаил. Ну что ж, удастся Михаилу Скрипникову удержать это лидерство. Смотрим. Пересечение линии. 1-0-4-4. Уже на второй позиции. Дмитрий. Авдеенко, Дмитрий. А если кто-то... А, попросите, пожалуйста, хронометраж, чтобы они обновили мне табличку. В автобусе хронометраж, попросите, чтобы обновили мне табличку. Спасибо. Ну что, Александр Сотников по-прежнему только кандидат. Хотя вот сейчас начинается активная борьба. Я знаю, что приехать должны были болельщики специальные из Екатеринбурга, которые поболеть. За этого парень. По внешней бровке идет Черевань, опираясь на внешнюю сторону. Гораздо более экономно пытающийся Михаил Алёшин. Отставать. Секунда и 1/10 была между ними после. Конечно же, стоит дорогого. Очень плотная борьба. Итак, первый круг завершается. На первой позиции у нас с вами Алан Прост. Дэвид Кулхард не хочет быть старым теперь. Сейфтикар. Обладателя шестой заключительной путевки в суперфинал Михаил Скрипников. Ну что ж, поздравления Михаилу. Это чуть-чуть круговой альбертом. Коллеги, представители прессы, пожалуйста, несколько шагов назад, чуть-чуть. Для нас, для всех. Поздравление сейчас, все. What can you say about race? Well, I don't really think I was in the race, but it was nice to follow and get some lessons. But I think the day has been a very enjoyable day. I hope everyone's enjoyed it, and yeah, look forward to coming back. Получили большое удовольствие, а также извлекли некоторые полезные уроки. В целом было весело. Наше спасибо Дэвиду Кулхарду!
Я прошу вас остаться на 2 минутки. Итак, церемония награждения победителей гонки звезд журнала «За рулем». Не вижу победителя. Кирилл, на подиум. Кирилл. Дом уже. Ну, конечно. Вот он, аплодисменты. Господа, прошу вас, ваши места. 3-е место Владимир Черевань. 2-е место Аркадий Жарков. Приз за 3-е место в гонке звезд за рулем вручает руководитель «Континенталь» в России, наш партнер, наш друг Ярон Видмайер. Пожалуйста. Большое спасибо за такие прекрасные шины, на которых даже ни один шип не вылетел за этими соединениями. Замечательные шины. Просто континенталь. Четыре шины лопнули. Наши поздравления, Владимир Черевань! Шипы бы не вылетели, да. Приз за 2-е место в гонке звезд за рулем вручает руководитель Рено Россия Бруно Анселет. Аплодисменты! Спасибо всем зрителям. Гонка. Сегодня отличный праздник. Спасибо всем большое. Спасибо, спасибо нашим партнерам компании «Континенталь» и «Рено». И теперь самый волнительный момент. Я говорил себе, что когда-нибудь этот миг настанет. И вот теперь мне остается только обнажить голову. Хрустальная шина с 84 года. Главный приз гонки звезд за рулем. Навсегда уходит в руки Кирилла Ладыгина! Спасибо огромное всем зрителям, болельщикам, всех еще раз с праздником. Большое спасибо моим соперникам, что дали выиграть эту золотую шину. Потому что в прошлые года было тяжелее намного выигрывать. Диплом победителю. И напоминаю, что запланирована еще пресс-конференция призеров гонки звезд, где вы сможете задать свои вопросы, господа коллеги. И еще раз давайте поздравим, давайте поаплодируем. Ура! Ура!